косметику, как пишет Интерфакс. Сказочная ситуация произошла сегодня ночью в Магнитогорске. Обеспокоенные жильцы первого этажа позвонили спасателям и сообщили. Держи. Сейчас? Ух ты! Ого! Ты видел? Ага. Потому что это, видишь, нарушитель на красный проехал. Вот тут. На нахуй, придурок, блядь. Вот дурак, вот дурак, вот дурак. Куда, блядь, дебил, дебил? Ба! О, ёпки, твою мать! Блять! Охуеть! Вот идиот-то он, блять, это тот, который перед нами. Да. Блять, мимо тебя, слышь? Да. Ебанет? Может ебануть. Может отойти подальше? Давай подальше отойдем. Да вон тушить начали уже. Почему она сорвалась? Я хер знает, она уже второй раз пищит. Ага.
поехали. Не вот, ехали. Быстро.